В окружной столице чествовали представительниц одной из самых гуманных профессий – медицинских сестер. Свой профессиональный праздник они отмечают сегодня, 12 мая. Без медсестер сложно себе представить лечебные учреждения. Ежедневно они осуществляют уход за больными, выполняют предписания врачей и фельдшеров, взаимодействуют с пациентами на протяжении всего срока лечения. В честь профессионального праздника медсестер наградили благодарственными письмами собрания депутатов округа, департамента здравоохранения и окружной больницы. Актовый зал отделения медицинской профилактики заполнен лишь наполовину. По долгу службы на торжественное мероприятие смогли прийти не все. Большинство медицинских сестер свой профессиональный праздник отмечают на работе. Те представители профессии, чья смена уже закончилась, принимают поздравления от главного врача окружной больницы. Быть востребованным, с радостью приходить на работу, с радостью возвращаться домой, чтобы в ваших семьях зиждился тот огонь тепла, который воздвигает вас на подвиги и трудовые, и семейные, и ваши деловые. И, наверное, пожелать в том, чтобы в каждом вашем сердце оставалось и расцветало, расцветал тот цветок милосердия, с которого начиналось сообщение. Пришли поздравить медицинских сестер и народные избранники. Председатель собрания депутатов округа Анатолий Мяндин отметил огромную значимость профессии медицинских сестер. Сегодня медицинская сестра – это наиболее многочисленная категория работников здравоохранения. И, на мой взгляд, это, наверное, самое главное звено в здравоохранении, потому что без вашей работы невозможно сегодня представить работу ни одного учреждения. Вы на приеме, вы на обходе, вы ставите капельницы. С вашей легкой руки делаются уколы. И, наверное, сегодня не найдется ни одного человека, который бы не благодарил вас за вашу работу. Сегодня в округе насчитывается порядка 500 медицинских сестер. Они трудятся в лечебных учреждениях, школах и детских садах. За добросовестный труд и высокий профессионализм медсестрам окружной больницы вручили благодарственные письма от окружного собрания депутатов и департамента здравоохранения. Также представительницы одной из самых гуманных профессий получили подарки от окружной больницы. Ирина Нежалова, Антон Водряков, телеканал «Север».